push the tempo, 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 push the tempo. Ня-ня-ня. Ребята, привет! Я, кстати, уже участвую в международной онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup, и вам советую. Она проводится среди школьников с 5 по 11 классы. Все получат именные сертификаты и узнают свой уровень английского. Ну, думаю, у меня тоже есть шанс победить. Absolutely. Регистрация до 2 апреля. Расскажите всем своим друзьям и родителям. Ня-ня-ня. Всем привет! Сегодня будет, ну... Сегодня будет очень необычное видео. Это не челлендж, мы просто будем пародировать. Узнай себя. Друг друга. А вы пишите в комментарии, у кого лучше всего получилось. Пародировать. Ну а мы начинаем. На самом деле все равно, что близнецы будут друг друга пародировать, что? Потому что мы очень похожи. Но с другой стороны, мы знаем друг друга. 7 лет. 7 лет. Тебе что? 7 лет. Маленький переросток. Можно я, да, первое? Какими словечками, такими фразочками. Как всегда. И после этого всякий раз она делает вдох такой. И уходит в другую комнату. Всегда почему-то у меня сразу всплывает воспоминание, какое-то она у зеркала стоит, я ее пошатаю, когда она стрелку рисует, и она такая... Да серьезно! Ты меня всегда шатаешь, когда я ну вот! Стрелок. Но обычно это когда мы ссоримся, ты злишься. Так обязательно брови нужно поднять, и я так вниз смотрю. Все в утрированной форме. Закрываю шкаф специально. Когда что-то случается очень крутое, Даша либо говорит, да ладно. Короче, она не верит сначала. А потом, если что-то в это случается, там, допустим, скоро это будет, что-то такое хорошее событие, то она постоянно улыбается, типа. Не, реально ты улыбаешься, то есть, ну, в открытую, то есть. Mm-hmm. А еще когда Даша радуется или куда-то спешит на какую-нибудь встречу, такой радостный, она всегда там выпится. Она всегда очень быстро ходит, всегда так, кольцо забыла, блин, еще то, блин, еще забыла. Совсем недавно она шла к подруге в гости и ушла уже, через 10 минут она вернулась и забыла ключи. Ну, типа, нужно быть готовым ко всему, а то я постоянно, такой образ несколько раз было, когда я прихожу к подруге, ну, типа, там, надолго, чтобы там ночью уже вернуться, ну, там уже провожу какое-то время. Ну. Ключи. Я просто представляю, как я прихожу домой, звоню в домофон, и мама приходит. И открывает дверь. Сама обращайся. Все очень прилично. Такая типа, правда? Потом ходит всю дорогу по квартире. Блин, круто. Наконец-то. Я реально не скрываю. Начинает танцевать вообще по-жестко. Что-нибудь ты же сделала, такая, типа, пошла на кухню. Радуется, типа, так. Ну, видите, вот в этом мы уже разные. То есть Даша, она как бы немножко, это, ну, спокойнее, а я уже такая, типа... Опа-па, поставлю, чинят. Когда мы смущаемся, мы сжимаем губочки. Да, так, это с детства. Мне кажется, Арина, когда смущается, у нее становятся очень твердыми все мышцы. Я вам объясню. Сразу такая, вот так начинаешь ходить. Сразу. А Даша, когда смущается, всегда вот вниз опускает глаза. Он даже не краснеет никогда, а вот я краснею. Да. Это меня жестко выдает. Я краснею только от спорта. Когда много позанималась, да. Что-то, то я краснею, а так я очень не краснею. Даша не краснеет. А, точно, Арина, когда смущается, она жестко краснеет. Она еще вот так делает. Да. Но вообще мы в этом немного похожи, потому что у нас это обычно переходит из разговора, то есть
Да. Мы начинаем плакать, когда разговариваем. Типа, просто понимаешь, я когда пошла, она потом сказала, я вернулась. Мне еще почему-то представляется, что когда ты бесишься, ты можешь перейти в плач. Почему? Сама, ты такая. У тебя ничего не получается, или там волосы выкидывают? У меня вчера такое было. Арина, иди, а? Тебе, Арина. А, Арина в трусах. Арина в трусах. Это мои разговоры с подругами. А, Арина в трусах. Да. На самом деле, я обычно так, типа, блин, я не хочу. Алло? Да, да, да. Это у нас, это мамина. Мама. Хватит звонить. Мы сразу знаем, с кем Даша разговаривает, или мама там разговаривает. Сразу, если чё, то это баба. Если, алло, здравствуйте, да? Это какой-нибудь там, не знаю. Заказчик. Заказчик, да. Если тут ас, то Адишка. Адишка. Она всегда слова попевает, такая... Да, мы что, знаем все песни. Обычно, да, я изображаю, как поют. А, снимаю, да, мы нравимся, это рэпчик или там, типа... Да, да. Да, да, да. Не знаю, как ты при людях ты танцуешь. А, типа вот так и сюда. По-моему, так. Да. Когда стараемся сильно. Да, стараемся, не задумываемся. Да. Здравствуйте, я Даша. Да. А чё, я первая всегда представляюсь. Когда кто-то такой прям либо взрослый, либо там, не знаю, кого она там смущается сильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Или если ей пофигу, то типа так. Здравствуйте. А вот даже если это происходит через стол, это так. Здравствуйте, я Даша. Обязательно я Даша. За 3 километра. Говорим мы одинаково. Постоянно выпучиваем глаза. Да, точно тебе говорю. А, и сразу занимается делами. Я лук порежу сейчас. Сходили в кино. Ты врёшь, что мы не ходили вчера в кино. Типа, да точно тебе говорю. Короче, у всех разные видения на человека. Но мы проводим друг с другом достаточно много времени, поэтому, мне кажется, у нас получилось. Поэтому мама с папой. У нас все получилось. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Нам было очень весело. Мы узнали друг друга побольше, как мы выглядим со стороны, или у нас просто плохая игра актерская. Спасибо большое, что поставили лайк. Еще раз пишите комментарий, кто лучше пародирует. Да, и если вы хотите что-то еще подобное увидеть вот тут вот. В таком формате. Да, пишите, пожалуйста, тоже, ставьте лайки, и мы сразу как бы поймем, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Делин, 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 делин. Делин. Ну да. Всем пока! Неправильно. Иногда бывает такое настроение, что все бесит. И мы делаем вот так. И реально, когда хвостик, даже если делаю, не получается. Все, короче.